Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Магазин «Автомаркет» предлагает запчасти для автомобилей импортного и отечественного производства, автомобильные технические жидкости, автоаксессуары и инструмент. «Автомаркет». Отличные детали, отличные цены. Телефон 48800. Только 5 дней. В связи с закрытием сезона в магазине «Гермес» скидки на осеннюю коллекцию одежды и обуви. Новое поступление обуви и верхней одежды коллекции «Зима 2018-2019». В магазине можно расплатиться картой рассрочкой «Халва». Магазин «Гермес», улица Гагарина, 36. Партнер программы «Прогноз погоды» – клиника здоровья. Мои года – мое богатство. В клинике социальной стоматологии здоровья выгодное протезирование зубов со скидкой 3% для пациентов в возрасте от 50 до 59 лет, 5% от 60 до 69 лет и 7% от 70 лет и старше. Запись и информация по телефону 409-99. Клиника социальной стоматологии здоровья. Адрес: Печорский проспект, 64. Условия акции не распространяются на услуги протезирования зубов, рассрочку или кредит. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. И о погоде. Завтра, 16 октября, в Печоре ожидается облачно с прояснениями, дождь, снег, мокрый снег, ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 0 плюс 2 градуса, а завтра днем 3-5 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, улица Ленина, 16, телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели «Прогноз погоды». В студии была Марианна Левченко. Всего вам доброго. До свидания.